Ты будешь гордиться мной. Вот увидишь, мы прогоним этих сволочей с наших земель». Эти слова говорил матери Фуад Мамедов во время телефонных разговоров с фронта. Выпускник авиационной академии по специальности пилот вертолета Фуад Мамедов пошел служить в армию и с первых дней Отечественной войны сражался за освобождение от оккупации исконно азербайджанских земель. «У него часы работают, а мои остановились», — говорит Матанат Мамедова, мать 22-летнего азербайджанского шахида Фуада Мамедова, погибшего 21 октября от армянской снайперской пули в боях за Ханджавент. Теперь часы сына она не снимает со своей руки. Будучи танцором, он выступал в Турции, Грузии и России. По словам родителей, своей добротой и отзывчивостью Фуад погорел много сердец, ведь сегодня на его могиле всегда можно увидеть свежие цветы, венки и письма от людей, которые чтут его светлую память. «Мы в неоплатном долгу перед каждым шахидом, отдавшим свою жизнь за Родину. Вечная слава сынам Азербайджана, павшим смертью храбрых за территориальную целостность страны».